Друзья, здравствуйте, меня зовут Артём. У нас очередная заявка по клопам, двухкомнатная. Работаем генератор горячего тумана, парогенератор и генератор холодного тумана, три действующих вещества. А сейчас обсмотрел квартиру, полностью все разобрал, просмотрел, все проискал. Заражение довольно серьезное. Вся мебель, все, что здесь есть, это все заражено. Вот эти следы черные, это все ихние следы клопов с поражения. Фекалия. Буквально все заражено. Вот на потолке здесь следы их не кровяные. Их просто давили, хотели, наверное, сами избавиться, но не получалось. Сейчас буду приступать к обработке. В этой комнате тоже довольно большое заражение. Тоже проблемное. На розетке прям